Приветствую вас на канале Red Cat. Вы смотрите Roblox, это лаборатория экспериментов, и сейчас с Иконасиком мы будем бороться за выживание. Это еще один ютубер, и сейчас нас двое в этой комнатке. Кто-то из нас должен выжить последним. Давайте посмотрим, проведем 3 раунда и определим, кто же из нас победит. Так, я смотрю, что тут собрались и фанаты Иконасика, и мои фанаты, так что будет довольно-таки веселое зрелище, я думаю. В этом видео вы не услышите голос Иконасика, но если вам понравится это видео, если видео наберет 5000 лайков, можно мы запишем какое-то совместное видео, где уже вы услышите и мой голос, и его голос, так сказать, в онлайне. Окей, что еще интересного? Есть тут еще и третья персона, очень секретная. Дело в том, что здесь есть еще Red Kitty. Да, так что, ребята, еще... сказать, дополнительный интерес, какие же места будет занимать Red Kitty. Окей, давайте вернемся к игре. Что здесь происходит? Ну, во-первых, в начале, так сказать, наших экспериментов, не знаю, кто над нами эксперименты проводит, но не в этом суть. Они сделали деревца, на которых мы сейчас все стоим. Вы видите, что сверху есть еще и Иконасик, так что пока у нас 0-0. И я надеюсь, что вот-вот Иконасик упадет. Ай, он еще есть. Я думал, что он упал. Это не он был. Ладненько, смотрим дальше. Так, кто у нас тут? По-моему... А, так Иконасик, он хотел запрыгнуть на мое дерево. Видите, подобрался совсем близко ко мне. Он у нас в желтом, чтобы вы его хорошо видели. И я смотрю, что там бомбочка. То есть через буквально 66, 65, 64 секунды она взорвется, и я думаю, что вместе с Иконасиком. Я стою на самом краю дерева на всякий случай, чтобы помешать ему запрыгнуть, если что, на мое дерево. Ну ладно, заходи, если хочешь. Нет, не прыгаешь? Ну смотри, ты рискуешь. По-моему, да. Иконасик уже... Нет, пишет. Да! Да победит сильнейший. Ура, я праздную победу. 1-0 в этой битве. Я пока лидирую. Но есть еще возможность победить в этой битве. Но для этого мне нужно... Ой, 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 ой. Утонула Red Kitty. Она, кстати, в кошечке была как раз сейчас в образе. И тоже... не получилось у нее. Ну что ж, я уже точно займу какое-то призовое место. Это будет первое, второе, либо же третье. У меня 10 секунд осталось до взрыва моей взрывчатки, которая у меня под низом. И, по-моему, сейчас мне будет рип. 2, 1, 0. Нет? Взрыва не было? Прикольно. Я еще жив. Как бы так прыгнуть? Ах, не получилось. Хотел схитрить, подпрыгнуть. Но смотри, что у парня немножко дольше продержалось дерево, и поэтому он победил. Я точно не на первом месте, но могу быть на втором, либо же на третьем. Пишу, что Red Win, что я победил в этом батле, и счет у нас 1-0. Пишу всем, Иконасик улыбается, пишу в чатик, что это челлендж ютуберов, чтобы ребята понимали, что здесь происходит. И сейчас хочу сбегать, посмотреть, на каком же я месте. Тут есть специальная комнатка потайная, где пишут, кто же победил в раунде. Итак, почему-то не прогрузилась моя фотка, но я на втором месте. Отлично, ребята. Второе место – это призовое место, так что все очень круто. А Red Kitty, кстати, была на четвертом месте, она тоже молодец. Она в первый раз играет в эту игру, и видите, уже сразу четвертое место сходу. Поднимаюсь наверх, и сейчас у меня 9 секунд для того, чтобы забежать в лифт. Фух, успел. Ну что ж, ребята, сейчас будет раунд 2. И посмотрим, кто из нас победит, кто продержится долго. Не обязательно здесь получить первое место. Главное, чтобы кто-то из ютуберов прожил чуточку дольше. Ого, смотрите, у нас сейчас какая-то пустыня, прям Сахара. У каждого из нас появился кактус, и теперь мы будем жить с кактусами. Прикольный момент, смотрите на парня, который рядом со мной разговаривает. Записываешь? И просто его расплющило в шарик какой-то. Он стал большим шариком, большой кнопочкой YouTube.
записываешь и такой в кружочек. Еще если бы он красный был, вообще было бы идеально, да? Совпадение такое, хопа, в красный кружочек символ или обозначение, что записывается видео. Куда-то пропало, я смотрю этот кружочек, и парень просто вот так вот погиб в текстуре, так сказать. И теперь он будет, собственно, висеть вот так вот до конца видео. Ну, хорошо, ребята, смотрим. Немножко промотал видео. Сейчас все поменялось, как вы видите. Канасик еще жив. Он с другой группой людей. Я тут с одним парнем стою, с его фанатом, судя по нику. И тоже пытаюсь выжить. Ух ты, платформа еще меньше стала. Так, что там происходит? Ох, кто-то еще умер. Нет, это не был Инаканасик. А сейчас... Да-да-да-да-да, ребята, их платформа обвалилась, и я в этом раунде тоже победил. Нет, пишет Инаканасик, но было уже поздно, 2-0. Надо выбирать правильные платформы в этой игре. Ой, что же я наделал? Да, чуть-чуть поторопился я. Хотел сжульничать, запрыгнуть на кактус, чтобы, когда платформа пропадет, я еще немножечко, буквально пару секунд пожил на кактусе. Но не получилось, ребята, не получилось. К сожалению, я тоже умер. Но главное, что в этом челлендже побеждаю пока опять я со счетом уже 2-0. Кто победил в этом раунде? Вау, ребята, смотрите, Red Kitty на втором месте. Ничего себе. Ребята, пятилетняя девочка сейчас сделала абсолютно почти всех нас. Смотрите, в первом раунде у нее было 4-е место, во втором раунде у нее 2-е место. Не удивлюсь, если она в следующем раунде и вовсе будет на первом месте. Окей, ребята, быстрее бежим в лифт. И сейчас будет решающий, ну уже не решающий, а заключительный раунд. Понятно, что скорее всего я уже смогу здесь победить. Хотя, если будет 2-1, возможно, мы проведем еще один раунд и посмотрим, что там. Дам шанс еще один Канасику, чтобы он попробовал свои силы. Так, ну что, все собрались в лифте. Пишу, что битва ютуберов, Red 2 и Канасик 0. И последний, третий раунд. Либо же будет еще четвертый раунд, чтобы у нас была возможность сделать ничью. Так. Мы загрузились, и все оказались на ледяных платформах. Я надеюсь, что они не разрушатся со временем, потому что все-таки под нами лава, и она немножко подогревает лед под ногами. Поэтому как-то так. И КамАЗ. Ко мне, видишь, тебе стучится подписчик и Канасика. Так, такая вот небольшая у меня уже платформа стала. Ну ничего, главное, что пока что я на ней могу стоять. Добавь, друзья, я твой фанат. У нас тут битва фанатов, я смотрю, еще есть как мои, так и ютубера и Канасика. И Канасик есть у меня на сервере в Discord, поэтому я его хорошо знаю. Ну и, соответственно, мы решили поиграть вместе. Посмотрим, какие у него будут в этом раунде шансы, насколько он дольше меня сможет продержаться. Окей, ребят, перематываю опять видео, пока вы видите, что на месте Иконасик, все в порядке. Я тоже на месте. Пишу, что добавление в друзья у меня 1 ноября, так оно и есть каждый месяц. О, кстати, Red Kitty тоже еще в игре, молочинка. Так, где наш Иконасик? Пока говорил, по-моему, Канасик упал. Да, он был в желтом и, по-моему, на 5 пропал. Да. Ну что ж, Канасик и в этом раунде не смог долго продержаться, но ничего, я надеюсь, он подтренируется немного. Ну а вы, ребята, дорогие зрители, мои Канасик, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если видео наберет 5000 лайков, то, возможно, мы снимем все-таки совместное видео уже с войсом, с голосом. Будет намного все веселее. Ну что ж, ребята, пишу, что победила дружба, потому что на самом деле счет я просто так вел, для того, чтобы был какой-то спортивный интерес, так сказать, небольшой азарт. Он добавляет азарт как нам, так и зрителям. Ну а сейчас я, видите, очень так хитро стал. Я стал на краешек двух платформ. Если вдруг что-то случится с одной из этих платформ, то я смогу уцелеть на другой. И, конечно же, надеюсь, что в этом раунде я все-таки смогу победить, смогу выжить. Нас довольно-таки много, и все мы столпились еще на одной платформе, так что, в принципе, шансы есть у всех. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам эта игра. Если она вам нравится, я вам покажу еще одно видео, где мы ходили всем сервером, играли в эту игру. Было тоже довольно-таки весело.
Но, в принципе, касательно этого раунда, я его не записал до конца полностью. Хочу вам сказать, что все-таки я не смог здесь опять занять первое место. Не помню, было ли какое-то призовое, но, в принципе, это уже не суть. Сейчас плачет тучка, потому что мне приходится заканчивать это видео. Спасибо, что смотрели, ребята, и надеюсь вас увидеть в следующих видео на канале Red Cat. Всем пока!